Clowns Fun. A flamboyant killer. Но это уже не комедийный, если что. Стив работает в мини-магазинчике ночью, изолированный от города. Ну и, короче, в округе, и приходит психопат. Я понимаю. Погнали. Так, теперь страшный. Вроде недавно вышла Collection 2, да, я ее в желаемое добавил. Ну вам чат вообще зашел такой набор трэша? Кэш-регистр. Кофе. Печка. Не могу использовать телефон компании. Ой, привет, Стив. У меня сегодня не будет в магазине. У меня дохрена вещей, которые надо сделать. Не забудь про свою домашнюю работу. И, пожалуйста. Просто сделай все в списке, что написано. Так, ну у нас уже такое было. Так, надо, короче, сначала надо собрать эти тележки. Ну вы поняли. А как выйти-то отсюда? А. Подожди. Не, подожди. Что за... А, после клиента или... Постой. Ну да. Типа после клиента, видимо, да? Или что, блядь, произошло? Что такое? А, вон он идет. Где игру скачал? Чел, купил в Стиме все это. За пивандриком приехал. Доброй ночи, бро. А, это пиво безалкогольное, так? Я за рулем и не хотел бы попасть, так сказать, в неприятности, в инцидент. Доброй ночи, сэр. Это пиво безалкогольное. Вы хотите что-нибудь еще? Спасибо тебе, это все. Сколько с меня? $1. Вот, держи, друг. Могу я спросить тебя кое о чем? Большое спасибо. Конечно, вы можете спросить. Блять, afraid. Я уже под ночь стал забывать самые классические слова в английском языке. Не устал, а этот, блять, боишься, да. Работа здесь один. Не боишься ли ты здесь работать один? Когда, короче, этот сумасшедший убийца, блядь, бродит. Я боюсь, но мне нужно работать. Хорошо, хорошего дня тебе. Ой, хорошей ночи. Вечера, блядь, вечера. Сука, пиздец. Я уже, мне кажется, хочу отдохнуть. Я, наверное, вот эту последнюю игру. А то я что-то...
Мне нужно начать делать свои дела. Так, ну давайте, короче. Ну, блядь. Ну так ебать. Ну ладно, допустим. Вымыть полы. Окей. Мне кажется, это надо делать по очереди. Да, я... А, блядь, пиздец, нахуй. Как, какой бред? Мы типа можем выйти только сзади. А через эту дверь, блядь, мы не можем выйти. Бред. Так, там нет? Я сразу проверю. Нет. Оксококос, спасибо за 19 месяцев, а также благодарю Рамзи. Голова орка с плеч. За 11. Так-то охуенно можно проводить иногда стримы в сратых раров. Ну, они не бесконечные. А, не, хотя они бесконечные, да. Да, здесь не могу войти. Не знаю, спрашивали или нет, ты будешь проходить Slime Rancher? Ебать. А, извините, извините. Выйдите из машины. Я... Слушайте. Ладно. Так, дальше. Вымыть полы. Sweep the floor. Please. А, мы уже типа... Или... Бля, вот это, кстати, хуёво реализовано. Ну, типа, бля, когда я должен понять, что я уже все вымыл? Было удобнее, когда они делали, типа, пятна, и ты их хуярил. А, все, походу. Английский прокачали знатно. Ну, только если ты. Вот мне несколько слов чатик напомнил только вот. Такими играми ты английский не прокачаешь, это полная хуйня. Это. Мусор выбросить надо. Then I throw the... То есть потом. Нам нужно эту помойку... Бля, подожди, что за хуйня? Тут все чисто. Мороженое. Подожди, я что-то туплю, блядь, чат, подожди. А! Блять, покупатель ёбаный. Как кто-то хотел гранить Overlord пораньше, он полностью вышел с озвучкой. Хэл, можешь поставить вас? Нет, он будет тогда, где, куда я поставил. Эй, Стив, как мой друг поживает? Я так проголодался, чел. Дай мне что-нибудь сожрать, а? Опять ты, Уилл? Я же тебе уже говорил, что я не могу тебе давать что-нибудь. Я на работе. Чё за дела, чувак? Дай мне что-нибудь. Я так проголодался. Я бы съел камень. Я не могу, чел. Ты хочешь, чтобы я был, чтобы меня уволили? Пожалуйста, уходи. О, что ж, хорошо. Никто не помогает. Никому. Будь осторожен, Стив. Он никогда не прощает. Блять, все, у меня этот мусор выкинуть, чел, съеби, блять.
Че дальше? Так, а где мне эти гудсы-то взять, блядь? Про что? Что за фрик стоит снаружи? А, я не могу выйти. Опа, он пропал. Блять, походу из-за того, что я его заметил, чат. Да, не могу. Не могу выйти. Никоглай. Райан. Ой, пачку сигарет он хочет. Доброй ночи. Доброго вечерочка, сэр. Доброй ночи, сэр. Вы видели того сумасшедшего чела, который стоял... блять... Снаружи, блядь, короче, спереди. Он еще и носил клоунскую маску, на нем была. Ой, чувак, извините, я ничего не видел подобного. Я никого не видел. Мне кажется... I think you're working too young. Типа, ты слишком молодой для работы. Что он имеет в виду этой фразы, блядь? Ты меня слишком молод для этой работы, или что такое? Это, возможно, было воображение. Что такое? А, возможно... А, да, это мы сейчас говорим. И, может быть, это было мое воображение. Мне страшно работать здесь ночью и одному. Можешь, пожалуйста, дать мне пачку сигарет? Я немного это... Уже немножко поздно, немного запозднился. А да, конечно, я возьму, дам ее. Спасибо большое. Береги себя. Так, а что-то надо еще? А, да, гудсы в локейшн вернуть. Блять, а это о чем идет? Каких гудсах-то? А, может быть, это... А, нет, не об этом. А, вот это точно, да. Я забыл. Пивас. И мороженое. Блять, как его? Мороженое хочу. Это опять эта машина? Так, мне нужно, короче, я закончил расстановку продуктов, и мне сейчас нужно позвонить полицию. Погоди. Полиция, чем мы можем помочь вам? Доброй ночи, полисмен. Меня зовут Стив, и мне кажется, что кто-то наблюдает... кто-то наблюдает за мной на работе. Дайте мне ваш адрес, я отправлю к вам полицейских. Я в мини-маркете, JK Avenue 179. Не волнуйтесь, полицейский скоро будет. Погоди, где он? Я слышал, как он это. А, вот он. Как Гуфи смеется, блядь. Гуфи киллер, ебать. Выйти я не могу. Так, а вроде бы все, да? Да, по заданиям все. А, Красти, 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 точно, точно, кстати, Красти, не Гуфи, а Красти, да, Красти из Симпсонов. Есть такое. That's right. Get right. Ну и чё, блядь, долго мне ждать? Алло, а триггеры будут какие-нибудь?
Боком дверь мы не пройдем, бро. Там просто стоит пластина невидимая. Ты никак не пройдешь. Ни боком, блядь, ни передом, ни задом. Вот полиция приехала. Чел, Сергей, гомосексуалист неправильно. Нет такого слова гомосексуалист. Есть гомосексуал. Если я не ошибаюсь. Так, я могу выходить. Держу тебя в курсе. А, типа к нему надо выйти обязательно? Па-па-па! Ебать, хуйня, хоррор. А, не-не-не-не-не, все. Я думал, что это конец. Я думал, что это финал, тогда погодите. Охуеть, пила. Привет, Стив, и добро пожаловать в наш марафон веселых игр. Ты пройдешь сквозь через некоторые, короче, поиграешь в некоторые игры, и твое выживание зависит от тебя. Вот правило. У тебя есть 100 очков, и тебе нужно использовать... И тебе нужно использовать их, короче, очень осторожно, типа с умом. Если ты хочешь... Если ты хочешь сохранить их до конца. Если очки достигнут нуля, на взрывном устройстве, которое находится на твоей шее, будет, ну, произойдет взрыв. Ха-ха-ха-ха-ха. Что ж, давай начнем первую игру. Перед тобой и твой лучший друг, Альфред. У Альфреда есть дробовик, который прихерачен к его голове. Здесь два переключателя. Один дает жизнь, ну а другой забирает ее. Если ты убьешь его... Ты потеряешь только 10 очков, и дверь откроется для продолжения. Если ты оставишь его живым, ты потеряешь 30 очков. И получишь компаньона для продолжения игры. Давай, Стив, делай свой выбор. Слушайте, ну лучшего друга, наверное, лучше сохранить. Спасибо за то, что спас меня, друг. Давай выберемся отсюда вместе. Hell. Блять, охуенно сделан, кстати. Hell play. Так, ну чё, а? Чё ждём-то, блять? Привет, Стив! Рад видеть тебя снова! Давай, перейдем на следующий уровень наших игр.
Сейчас посмотрим, как много... как сильно ты хотел... как сильно ты хочешь жить. Как много мяса ты готов пожертвовать, чтобы попасть в рай. Блять, очень странно. Одно мясо, блять. Один мизинец, нахуй. Прямо на столе. Ой, за столом. Next to the table, типа, за столом, там, где-то рядом со столом. Скейл, и тебе нужно. Типа. Feed meat, типа, накормить мясо, типа, сбросить, не feed через две, я, ну, вы поняли. Ты можешь отрезать себе руку и отправиться в рай, но это заберет твои 30 очков. Подожди, чего, блядь? Что за бред, блядь? You can rip your arm off. А, нет, наоборот, типа, не. И получается потерять 30 очков. Подожди. Но если твой друг Альфред... А, нет, все-таки да, его руку. Да-да-да, свою руку или его. Все правильно я сначала сказал. И мы откроем путь в ад. Да, короче, в зависимости от того, кто пожертвует руку, мы пойдем либо в рай, либо в ад. Да, но это только 10 очков заберет у нас. Делай свой выбор. Бля, не, ну ебать, он, наверное, должен. А как его-то заставить руку проебать, блядь? Ебать, блядь. Но? Ну так все, блять, алло. Что за хуйня? Я больше ничего не могу сделать. А, вот, 10 очков он убрал, все. Долго, долго работало. Блять, что за бред? Еще и сейфпоинт здесь не сделали. Окей, тогда продолжаем, как изначально пошли. Я не знаю, мы там типа провалились, но я не понял, куда, чего и нахуя они сделали сейф только здесь, блядь. Это полная хуйня. Ебануто, да? Ну, нахалтурили, кстати говоря. А, знаете, почему они не сделали сейф? Чтобы мы могли, переиграть. Типа, они не сделали сейф, чтобы вы могли по-другому пройти этот уровень. Вот здесь, правда, триггер очень долго срабатывает. Очень долго. Ну, Альфред, кстати, охуенно держится, на самом деле. Все, давай. Так. Вот, дырка. У меня такое ощущение, что я бы сдох, если бы дольше проходил. Пиздец, блядь. А Альфред где? А где Альфред?
рад видеть тебя в финале, Стив. Теперь мой последний тест. Это простая игра. Посмотрим на твою удачу. Просто введи пароль для того, чтобы открыть дверь и уходи. Пароль состоит из трех цифр. 1, 8, 5. Тебе просто нужно подобрать их правильно. Но, конечно же, за каждый неверный ввод ты будешь терять 10 очков. Я забыл, стены. Короче, стены размажут нас спустя 2 минуты. Удачи. Один, восемь, пять? Блять. 1, 8, 5. 8, 5, 1 пробовал. 5, 8, 1. Бля, только не сначала, пожалуйста, нахуй. Блять, пизда! Бля, ну разрабы ебланы. Кто-то может подсмотреть правильный пароль? Это пиздец. Ребят, чекните где-нибудь пароль, пожалуйста. Потому что, ну, ебать, это перепроходить, время-то это охуеть просто, блядь. Имхо нахуй иди мыло, блядь, своим имхо ебать. Люди, которые используют имхо, их слушать не надо. Давайте 518, да. Поздравляю, вы выбрались. Блять, самая хуёвая часть. Ну не, пишу, ладно. Она лучше первой, но, конечно, по реализованности, ну такое. Ну такое.